Традиционные соревнования по баскетболу на Кубок главы города Амурска состоялись в детско-юношеской спортивной школе. Подробности далее. Соревнования по баскетболу на Кубок главы Амурска давно уже стали традиционными и проводятся в нашем городе вот уже 8 лет подряд. В них принимают участие команды со всех уголков Хабаровского края. В этом году на соревнования приехали 12 команд, 8 мужских и 4 женских. Из Хабаровска, Советской Гавани, Ванина, Амурска, Комсомольска, на Амуре, Солнечного. Прошли первые туры, команды были разбиты, 8 команд мужские, да, 2 подгруппы. В первой подгруппе лидеров сейчас пока детская спортивная школа, вот они обыграли, мы обыграли команду политехнического института. И в финале сейчас будем играть с Солнечным. И в той подгруппе лидирует комсомольская команда ветеранов, в той подгруппе Амурский полиметалл и команда Солнечного. Сегодня полиметалл выиграл у Совгавани. И вот сейчас будут за первое место по группе биться, они будут с Комсомольском. За обладание кубком боролись сильнейшие команды Хабаровского края, но никто из них не хотел уступать победу соперникам. Ну, я скажу, что, видать, команды все подравнялись. Вот у нас у мужчин 4 команды на одинаковом уровне. Вот детская спортивная школа, политехнический институт и Комсомольская команда. И на вот эти 4 команды одинакового уровня. Команда детской спортивной школы «Маленькие» – это вторая команда послабее. И команда с Хабаровского района – это две команды, которые послабее. А остальные команды равные. Хорошая команда Солнечного и хорошая команда с Ванина. По результатам соревнований первое место в упорной борьбе среди женщин завоевала команда «Молодежная» город Амурск. Среди мужчин первое место у команды детско-юношеской спортивной школы 1 города Амурска. По решению судейской коллегии лучшим игроком среди женщин признана Александра Шадринская. Самым результативным игроком Ольга Диденко из Амурска. А больше всего 3-очковых забила Надежда Валеева из Комсомольска на Амуре. Среди мужчин лучшим игроком стал Евгений Фомин. Самый результативный игрок Сергей Куконеско. А больше всего 3-очковых забил Влад Косицын. Поздравляем всех победителей и участников с прошедшими соревнованиями.